Всем привет, меня зовут Яна Бездушная, и я приветствую вас на своем швейном YouTube-канале, где я постоянно что-то шью, либо рассказываю о шитье, либо вытворяю что-то другое своими руками. Давненько мы с вами не болтали, я не показывала свои швейные покупки, поэтому сегодня речь пойдет о тканях. Почему я решила снять это видео? Потому что я недавно приехала в Польшу, и я не совсем знакома с местными интернет-магазинами тканей, да и не с интернет, с офлайн-магазинами тоже вообще не знакома. И, наконец, я сделала свою большую, огромную покупку ткани, заказала огромный заказ в интернет-магазине, и мне не терпится им с вами поделиться. Расскажу, что заказала, что буду шить из этих тканей, и поделюсь ссылками, если кому-то интересно, если кто-то тоже находится в Польше и ищет какие-то магазины тканей. Скажу сразу, что ткани простые, нет ничего супер оригинального, потому что мне банально нечего носить зимой, и это попытка как-то наполнить свой зимний гардероб одеждой. Сейчас все расскажу. Итак, первая ткань — это вот такой барашек. Я обожаю такие искусственные меха. Я когда вижу что-то такое в магазине, у меня сразу же текут слюни и огромное желание заказать, сколько бы это ни стоило. Здесь 1,5 метра. Это барашек на трикотаже. Вот он тянется. То есть это не тот искусственный мех, который подойдет для пошива шубы, например, хотя такой я тоже ищу. Это скорее подходит для пошива каких-то худи, кофточек, чего-то такого. Он безумно приятный на ощупь, к сожалению, я не знаю, как он насчет качества, потому что здесь на изнанке, вот если сильно потянуть, сразу же идут какие-то зацепки, но, в принципе, изнанка нас не сильно волнует, правда, нам интереснее, как он выглядит с лицевой стороны. С лицевой стороны он выглядит круто. Я купила 1,5 метра, чтобы шить себе какое-нибудь зимнее худи или, скорее, кофту с высоким горлом. Я вставлю фотографии из Pinterest, которые меня на это вдохновили. Но, если у вас есть какие-то идеи поинтереснее, пишите мне в комментарии. Только не шуба, шубы не предлагать. Второй материал, которого я заказала тоже очень много, это вот такой трикотаж. Здесь 2,20, 2 метра 20 сантиметров. Я заказала эту огромную кучу для костюма. Костюм буду шить себе. Это должен быть такой свитер с высоким горлом, и здесь хочу небольшой замочек вставить. И брюки. Либо клеш от бедра, и еще не решила. Я не отталкиваюсь от какой-то готовой выкройки, потому что выкройку я планирую строить сама. Трикотаж мне понравился, потому что он очень такой плотный, теплый, как раз на зиму, чтобы моя попка не мерзла. Сверху он вязаный как будто, с изнанки он с начесом, и с таким хорошим начесом он прям плотненький-плотненький. Даже плотнее некоторых футеров с начесом, я бы сказала. Не знаю, скатается он после первой стирки или нет, надеюсь, что нет, но очень хочу вот такой костюм. К сожалению, не было в магазине цветов поярче, я взяла вот такой хаки, и там был еще серенький, по-моему. Хотелось бы что-нибудь розовое, красное, что-то такое, к сожалению, ничего не было, но этот цвет мне тоже нравится, и мне кажется, он мне подходит. А в поисках ярких цветов я наткнулась на вот эту ангору. Изначально я хотела брать вот этот материал на костюм, но потом я посмотрела фотографии, мне показалось, что она может быть тонковата. И я не прогадала, потому что я вот заказала себе немножко, 1 метр, и она действительно очень тоненькая. В костюме не было бы того эффекта, который я себе придумала. Но этот яркий цвет, он меня покорил, хотя на экране он казался мне еще более сочным. Там было написано «фуксия», мне кажется, это не особо фуксия, это он немножечко такой, не такой яркий, как фуксия. Но все равно тоже классный. Я взяла себе метр посмотреть, что это за ткань, потому что мне было очень интересно. Думала шить какой-то яркий свитер, укороченный, чтобы носить с высокими брюками, либо с высокими джинсами, потому что у меня таких низов полно. Но, посмотрев на него, здесь достаточно много материала, и я подумала, что я лучше сошью себе платье зимнее, длинное, которое я буду носить всю зиму, 100% не снимая. Оно должно быть простым, прямым, с высоким горлом. Я думаю, оно будет супер удобное, комфортное для меня и для моего образа жизни, который у меня есть сейчас. Потому что я не хожу в офис, я хожу в магазин, я много гуляю. И вот такие платья, мне кажется, супер для моего образа жизни подойдут.
Еще один неоспоримый плюс этого трикотажа, он стоил всего 15 злотых. 15 злотых! Чтобы вы понимали, за 15 злотых даже кофе не всегда купишь. Не говоря уже о готовом платье. Дальше у меня есть вот такая тоненькая серая вискоза. Точнее, не серая, а на сайте цвет назывался какой-то там пепел. Мне нравится, как они называют цвета, потому что это всегда что-то такое романтичное и поэтичное. Эту вискозу я взяла не из любви к ней, как остальным тканям, а чисто из практичных побуждений, потому что мне нужен какой-нибудь лонгслив, спокойный, базовый, супер простой, чтобы надевать под сарафаны, либо под жакеты, и ничего такого у меня, к сожалению, нет. Поэтому я выбрала максимально спокойный и такой нейтральный цвет, который был на сайте, и быстренько сошью себе лонгслив. Но ткань, правда, очень приятная, это 100% вискоза. Так что материал крутой. Если честно, на сайте были еще два очень крутых цвета, ярко-салатовый и ярко-такой розовый, скорее в оранжевый цвет, но прям такой офигенный. Я еле сдержалась, чтобы не набрать всех цветов, но потом, когда уже увидела итоговую корзину, которая была более чем на 300 злотых, я поняла, что это слишком, и я лишнее просто поудаляла, оставила только один, тот, который мне действительно нужен. Следующая яркая штучка, которую я купила, это кашкарсе, вот такой трикотаж. Цвет, опять же, назывался как-то там очень романтично, что-то связанное с грязной розой или с какой-то другой розой. Короче, цвет классный, мне такой цвет нравится. Взяла я этот кашкарсе для водолазки. Я очень люблю зимой носить водолазки, но вообще в холодное время года для меня это очень удобный такой элемент гардероба, который подходит подо все, под брюки, под сарафаны. И, к сожалению, свою старую любимую водолазку я оставила дома и решила, что мне срочно нужно сшить новую. Я раньше еще не шила водолазку из кашкарсе, но покупная у меня была точно из такого же материала, поэтому я просто попытаюсь ее повторить. Единственное, над чем я думаю, как обрабатывать края, в принципе, материал не сыпется, и в моей покупной водолазке срезы были никак не обработаны. Если вы знаете, как это делать правильно, пожалуйста, напишите мне в комментарии. И еще я взяла вот такой трикотаж. Опять же, поговорим о цвете. Цвет назывался небесный пепел, по-моему. Очень красиво звучит. Из-за этого названия я его и выбрала, честно говоря. Маркетинговый ход сработал. Этот материал я взяла для того, чтобы шить себе лосины. У меня есть идея одного зимнего образа. Я хочу сшить огромный свитшот, длинный такой, практически по колено, и носить его с леггинсами вот такого красивого небесно-пепельного цвета. К сожалению, я немножечко прогадала с трикотажем, потому что я не знала, какой точно нужно брать. Плюс я еще немножечко путаюсь в польских названиях тканей, трикотажей и всего остального. Так что выбирала чисто пальцем в небо. Мне понравилось, как он выглядел на фотографии, и я взяла. И он, к сожалению, не очень хорошо тянется. Ну, хотя, в принципе, тянется. Короче, не знаю, получится у меня или нет, но я попробую. Кстати, обо всех таких экспериментах я рассказываю у себя в Инстаграм, так что если вы еще не подписаны на мой Инстаграм до сих пор, либо не смотрите мои сторис, либо не следите за моими постами, это огромное преступление и минус вам в карму. Поэтому подписывайтесь, там самая актуальная информация, и я показываю вообще все изделия, которые я шью. Так вот, этот трикотаж, он с одной стороны гладкий, а с другой стороны он с эффектом замши. И мне показалось, что это очень прикольно. Сейчас я уже смотрю на него и думаю, господи, может это как-то слишком смело? Не знаю, не сошьешь, не поймешь, так и всегда. Так что буду шить, пробовать и вам покажу, расскажу. И напоследок я оставила джинс. Взяла джинс черного цвета, чтобы сшить себе такие моднявые джинсы на резинке. Они будут прямые и с поясом на резиночке. Я думаю, они будут очень комфортные и удобные для ежедневной носки.
Но с джинсом, мне кажется, я немножечко прогадала, потому что он какой-то тонковатый. Он еще плюс тянется, ну, тянется, ладно, пусть тянется. Но он какой-то прям совсем тоненький, и такая текстура у него не очень приятная. Он похож на какую-то клеенку, если честно. Поэтому пока большого желания шить джинсы именно сейчас у меня пока не возникло, потому что ткань меня все-таки должна вдохновлять. Ну, ничего страшного, она стоила не так дорого, и я думаю, что я все-таки сошью и посмотрю, что у меня получится. Тем более, я хотела над этими джинсами прям поработать, постараться, сделать карманы везде, сделать отстрочку, купить специальные нитки для отстрочки. Может быть, все-таки что-то красивое получится. В любом случае, пока я сошью все остальное, вот это, потому что всего у меня 7 тканей, пока я сошью 6 изделий, возможно, мне какая-то идея в голову и придет для этого материала, 7-я. Но пока вот в голове джинсы, и покупала я этот джинс ради них. Ну что ж, это все ткани, о которых я вам хотела сегодня рассказать, похвастаться. Вот, честное слово, очень давно не делала таких больших заказов, потому что в новой стране немножко страшновато это делать, когда ты не знаешь, где лучше купить, где качественнее, где дешевле. Пришлось заново искать для себя магазины, заново знакомиться. Но от этой посылки, от этой покупки прям настроение поднялось и появилось вдохновение много-много шить для себя. Поэтому, если вам интересно посмотреть процесс пошива какого-нибудь изделия, обязательно пишите в комментариях, и я сниму что-нибудь для канала. Очень рада, что вы провели эти 15 минут со мной. Подписывайтесь обязательно на канал, и увидимся в следующем видео.